открывает топ самых быстрых электрических мотоциклов Brutus V9. Очень необычно видеть электробайк в виде классического и удобного американского крейсера. Brutus выглядит серьезно, но это машина с большим количеством возможностей. Он ездит без лишнего шума, который такие байки часто производят. Он выглядит потрясающе и, скорее всего, является одним из лучших электрических мотоциклов. V9 имеет максимальную скорость 185 км в час и заряд на 450 км. Максимальный крутящий момент составляет нереальных 375 ньютон-метров. Вес байка 355 кг. Чтобы разогнаться от 0 до сотни, ему понадобится менее 4 секунд. Цена на Brutus V9 начинается от 30 тысяч долларов, что порядка 2 миллионов рублей. Следом идет современный мотоцикл в гоночном стиле – Lita 40. Он, безусловно, выглядит грозно, а его базовая цена под 5 миллионов рублей еще более грозная. Мотоцикл действительно стильный, но с точки зрения производительности это не так уж и важно. Он разгоняется до скорости 193 км в час. Батареи хватает также на 193 км, но это также не так много, сравнивая с другими мотоциклами в этом топе. От 0 до сотни ему требуется меньше 4 секунд. Lita предлагает также особые возможности, в том числе сенсорный экран и электрически регулируемое сиденье, которое может превратить его в спортивный мотоцикл и в удобный дорожник. Многие части мотоцикла выполнены из углеродного волокна. Это не просто обыкновенный мотоцикл, это дизайнерские часы в мире байков. На четвертом месте мотоцикл от именитого производителя Harley Davidson LifeWire. У массивного Харлея тяжелая батарея. При весе в 209 кг на нее приходится большая часть. Но это не помешало ему получить отличные динамические характеристики. Двигатель LifeWire выдает 74 лошадиные силы и 7,5 ньютон-метров крутящего момента, что громче, чем многие думают. Предельная скорость достигает отметки 160 км в час, но разгон до сотни при этом около 3 секунд. Максимальный запас хода 225 км. Райдеру предоставляется возможность заряжать мобильный и управлять звонками. У новинки полностью регулируемая подвеска, моноблочные суппорты от Brembo, светодиодные поворотники и фары. Очень функциональная система охлаждения, для правильной работы которой приложено много усилий. При движении на большой скорости выделяется много тепла, но система легко с этим справляется. Ценник на данную модель начинается от 30 тысяч долларов, что порядка 2 миллионов рублей. Бронза у Zero Motorcycles SRF. Мотоциклы Zero производятся в Калифорнии, они известны как одни из лучших электромотоциклов в мире. Эти парни занимались этим еще до того, как в гонку вступили крупные компании. Основная магия Zero Motorcycles кроется в электрическом моторе Z-Force 7510. Мощность мотора достигает 110 лошадиных сил и 190 ньютон-метров крутящего момента. Покрываемое расстояние 356 км, а наибольшая скорость 200 км в час. Двигатель бесщеточный, трехфазный, с улучшенной теплоэффективностью, возможный благодаря радиальным ребрам и воздушному охлаждению. Увеличивает термостабильность и теплоотводящий алюминиевый корпус, литий-ионные батареи, что важно, поскольку излишки тепла вредят им обоим. Полный момент доступен уже с начального откручивания ручки газа. При повышении температуры срабатывает терморегулятор, который не позволит скорости преодолеть отметку выше 177 км в час. Но и при ней водитель себя чувствует на автостраде королем. Стоимость базовой модели начинается от 19 тысяч долларов, что примерно 1 миллион 200 тысяч рублей.
На втором месте расположился полноценный спортбайк Energy Kaega. Этот итальянский супербайк был одним из первых серьезных электрических мотоциклов и был разработан командой инженеров Лиманцы Формулы 1, которые специализируются на быстрых прототипах для больших команд. Двигатель мощностью 100 кВт поставляется с синхронным охлаждением масла и крутящим моментом 195 Нм. Он набирает 100 км в час менее чем за 3 секунды, а его максимальная скорость составляет 240 км в час. Он мог бы ехать и быстрее, но такое ограничение задал производитель. И это уж точно хватит для любых вменяемых действий на дороге. Запас хода 150 км. Цена на электрический спорт начинается от 35 тысяч долларов, что примерно 2 миллиона 300 тысяч рублей. Самым быстрым в мире электромотоциклом признан Lightning LS218. На знаменитом Боннивилле он в стоке установил рекордную скорость 218,6 миль в час или 352 км в час. Сердцем Lightning LS218 выступает электромотор мощностью 150 кВт или 200 лошадиных сил. Он развивает крутящий момент 228 Нм и способен раскручиваться до 10,5 тысяч оборотов в минуту. Такие показатели не кажутся фантастикой, бензиновые спортбайки давно способны выдать и больше. Но у электромотора есть одно огромное преимущество над ДВС. Максимальная тяга доступна с самых низов, а не в узком диапазоне высоких оборотов. Благодаря хорошему моменту Lightning LS218 демонстрирует выдающиеся динамические показатели. На сотню он разгоняется около 2 секунд. В базовой версии электрическая ракета обойдется в 40 тысяч долларов, что примерно 2,5 миллиона рублей. It would take more than 4 seconds on the counter.